Кукусики. Я сейчас собираюсь как раз уезжать. Я еду туда, где вы любите смотреть влоги. Ну, из того места вы любите смотреть влоги. Поэтому я думаю, многие поняли, куда я еду. Меня отвезут. Как раз такая возможность попалась. В принципе, у нас в Киеве такси работают. Вот, обратно поеду на такси, скорее всего. Я там уже помою голову, что у меня воду тратить, правильно? Ну, шутка, конечно. Вот, взяла ноутбук с собой, взяла платье широкое, потому что ее вещи на меня не налезут уже, к сожалению. Кися, привет! Я уже приехала к маме на работу. Вы посмотрите, как зовут? Маруська. Маруська, привет! Привет, моя хорошая. По поводу токсоплазмоза знаю, не пишите. По поводу бездомных котов. Все мы это дезинфицируем, да? Она немножко обкекалась. Маруська, ты красивая такая, тебя бы домой забрать. Красивая, ее бы покупать, Да, расчесать. мама он подкармливает, слышите? Это ж я заехала к маме. Меня Руслан привез к маме. Вы любите влоги, когда я в гостях у мамы. Сейчас еще покажу вам, кого она там спасла, приютила у себя. Я во влогах, по-моему, не рассказывала. И она работает в магазине. Кстати, умничка, помогает. Здесь есть как, что они готовят? Что вот эти ребята готовят, ты муку даешь? Как это? Тбилисо, лаваш, пикеты раздают Да, муку. грузины они, да? Да. Грузины. Это известная сеть по Киеву, Тбилисо. Тбилисо. У них куча ресторанов. Надо зайти, может, я что-то захочу. Они пекут лаваш и с водичкой раздают людям, которые нуждаются. Вот, а мама помогает им, они так деньги не берут, а мама помогает дрожжи, вот если есть мука, приносит им. Короче, такие все сплоченные. Вот, это очень круто. И еще здесь она приютила кота у себя, пока закрыт этот зоомагазин рядом. Приходит, кормит. Поэтому этот предыдущий в кадре, это котик, который здесь живет. Очень классно, его бы домой взять, покупать, помыть. Такой ласковый, блин, вместо Евы. Я бы с удовольствием. Ева не поймет, конечно, но в последнее время она очень сильно получает от меня и от Юры. Вообще, вам бахкает, она, видимо, унюхала. Когда мы выходили в коридоре, сидели с котами соседскими, когда бахкала сильно, она унюхала там кошку или кота, и теперь, ну, постоянно требует выйти с квартиры в тот коридор общий. Такое. Мама, здесь есть это отчёчи. Ого! Нифига не вижу. Но мне идет. Я, кстати, ну, не против бы очки носить, но зрение у меня, кстати, стало лучше. Были проблемы, но оно как-то само остановилось, да? Давай. Ну, там направо же тут кошки. Кошкин глаз. Ну, скажите, какие вам вот эти вот больше нравятся? У меня глаза еще лупати стали. Вот эти или вот эти? Блин, не знаю, мне черное правое больше. Да, такая оправа больше. Нравится. Такие классные цены. Это возле мамы находится. Вот, поэтому рекомендую магазинчик. Вообще, вот можете ознакомиться. Так, яблоки на оптовом это 25, здесь 18. Вот, смотрите, какие цены. Свекла тоже, свекла, бурячок. Вот, и помидоры на оптовом получается 190, а здесь 120. Магазин с одеждой, знаете, сейчас смотрю на одежду, и мне каждая вещичка такая прям красивая. Такой тренчик. Начинаешь ценить реально каждую шмоточку, потому что сейчас, в принципе, знаете, ну не так уж и легко купить хорошую вещь в плане. Вот такие магазинчики, шоурумчики позакрывались, люди поуезжали. Вот, и Юрке говорю, ходи дома голышом, потому что футболки сейчас фиг купишь, фиг найдешь. Торговые центры не работают. Да, мамулька? Да. А ну-ка тебя, оп, показали. Поздоровайся. Тебя ждали, любят. Спрашивали, как ты, переживали за тебя. Да, все живы, все здоровы. Вот, и сегодня будем вместе. Я буду ночевать у нее. Немножко поменяла локацию, потому что с Юркой за месяц хоть и не поругалась ни разу, что очень удивительно, но нужно немножко отдыхать друг от друга. А кто это у нас живет? Сейчас укусит мамка. Укусит. Так, зараза, ты такая. Потом вечером. Как его зовут? Чип. Чип? Угу.
Чип и Вон Дейл сидит, думает, как бы его сожрать. Тайсон, привет. Найди. Да просто положи. Вот, положи. Ладно. Чулочка. Какой красивый. Я не могу. Такой большой свинка, такой большой. Такой жирненький стал. Да, так ты кормишь его хорошо. Он на две ладошки помещается. Сюда ракета прилетела. Да-да-да, воронка. Он на этого похож, как его. Не, от этого. Забыла, с такой прической из Британии, как его. Да. Вот. Да, Борис Джонсон. Кстати, иди сюда. Нравится ему капусточка. Смотри, тын-тын-тын. Боже, девочки, у кого-то была такая морская свинка? И такие губки, я не могу. Какой он классный. Я всю жизнь английский кристалл. Боже, а лапы какие у него там. Да, мы ему маникюр делали, у него же закрученные прям были такие ногти. Вот оставили в подъезде, мама к себе приютила. Тайсон, уже привык к нему, да? Да, с первого раза он ничего... Ну да, никаких претензий не имел. К таким животным привыкает быстро. Он же беженец, в принципе, получается. Вот. И Тайсон нормально воспринял чужого животного дома. Это хорошо, что не грызет его. Нюх-нюх, сейчас только нос несу и туда. Кот. Он уже овёс точит. Мама там накупила всякого. Мы уже пришли домой к маме и Русе. И сейчас вот голубцы будем есть. Очень-очень аппетитно выглядят. Такие вот дела. Носочки уже летние надела, низкие. Надо, кстати, найти где-то. Ева закрыта, открыта, не знаю. Магазин Ева, у нас Ватсон открывали. Вот, нужно будет купить еще. Мне нравится. Вышли пройтись по территории. Подснежники увидели красивые такие. Это, ну, это не специально посадили, они просто вылезли, сами по себе выросли. Вот. Мы с мамой здесь прогуливаемся, общаемся. Сейчас придем, будем делать онлайн-карточку социальную, попробуем. Коробочки такие для кота. Пусть стоят, он туда зайдет, туда зайдет. Чего? Морковку дали, слушайте, погрызть. А я вот это шила сама эту игрушку, кстати. Это моя ручная работа, представляете? А кот играется ею? Да, я... он иногда ее тягает так, что жаль шуметь. Тайсон! На! Ай, шумыть. Идите. На тебя повешу. Вот так вот. У него лапы, ребята, как, какие мощные, сильные лапы. Он так ими бьет, поэтому его назвали Тайсоном. И, между прочим, он выглядит как породистый кот. Он очень длинный. У него такие лапы длинные и туловище. Но он бездомный. Это мы его подобрали, точнее, мама с Русей подобрали. Когда вы подобрали его? В каком году, не помнишь? О, 10 лет назад. Да ладно, да? Серьезно, уже 10 будет. Так ты старичок. Кузька. Ай, Кузь, блин. Вот так вот неласковый кот, поэтому я очень люблю бездомных. Они все очень ценят. Да. Смотри, у меня сколько холодненький листик. Что такое? Смотрите, получает от мамки. Перевернул миску. Это первый раз такое. Что-то он вообще вытворяет. Ну, гости, видимо. Гости. Я сейчас как дам этому гости. Слушайте, пылесос в зубы. Как мамка ругается. Ну, это капец какой-то. Ты что ты удумал? Это в детстве получалось. Знаешь, свинья, ты видела, как свинья? Подрыл, блин. Так это же есть морская свинка. Ой, блин. Что ты тут наделал? Все, капец. Ребята, посмотрите. Это специально для этого, для почухать. Такая штучка. Нравится ему или нет? Нравится. А может нет? Ну, если бы не нравилось, то он бы... Я не знаю, какой он классный. Он, кстати, так линяет вообще очень сильно. Жопа или шо? Жопа там? Ну, жопа, наверное. Кто знает, что там? Что это такое лысенькое на попе?
Но это не лиша, наверное. Это, наверное, хвостик такой у них. Блин, я не знаю. Тоже я первый раз сталкиваюсь с морскими свинками такими. Ну все, ложи его. Тайсон, скажи, я в шоке. Что это? Так, я буду... Сейчас мама сидит за ноутбуком. Попробуем открыть социальную карту. Вообще, возможно ли это сделать онлайн, выясним. Сейчас будем смотреть, читать. И, скорее всего, пойду помою голову. Да, еще рано. В принципе, можно голову помыть. Вот, пьем чай. Разговариваем. Так долго, именно давно долго так мы с ней не виделись. Обычно, знаете, так, ну, так просто заехали и все. А сейчас... Я, наверное, останусь на ночь, на две ночи, пока без понятия. Вот, Юрка меня отпустил, конечно же. Мы с ним переписываемся, он тоже уже дома, все хорошо. Я, кстати, взяла с собой ноутбук для того, чтобы сразу влоги выставлять, монтировать, поэтому я думаю, что справлюсь. И сейчас, наверное, буду выгружать очередной влог. Так что всем хорошего дня, вечера, кто куда смотрит. Всем пока.